Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт на сервере Black Dragon, да, и сейчас мы продолжим дарить подарки. Твою мать, этот дождь уже, короче, продолжается 3 серии, прикиньте. Он никак не может остановиться, я уже хрен его знает. Ну, вот зараза. Так, давайте мы продолжим дарить подарки, я уже не знаю, чем можно подарить. О, давайте светящийся камень тоже возьмем. Его тоже, думаю, ни у кого нету. Давайте возьмем еще железка. Давайте возьмем еще изумрудик. О, дождь прекратился. Офигеть. И все. О, диски. У меня же куча дисков. Куча дисков. Давайте возьмем. Хотя пока что вот так. Flame Charge, но это вроде какой-то нормальный диск. Все, давайте пойдем дарить подарки. Мы уже двоим подарили. Я вот сейчас спрашивал, где у кого чей дом. Вот я нашел вот тут один дом. Ну, меня тпшнули. Это дом Антохи вроде. Он такой, у него ник. Но я уже ему, в принципе, подарил Shiny Geodude, Монтреса и Райквазу я ему уже подарил. Да, я нашел их и ему отдал. Так что я тебе и так уже ничего не должен. Не, ну в принципе подарить можно. Говорю, не то чтобы что-то ценное подарить, а просто-напросто внимание, да, что вот подарил. Так, давайте летим к одному дому. О, какой нафиг шайни. Покемон босс. Ну, 100% в шахте, ну где же ему еще быть, твою мать. Так, летим. О. Да, вот этот звук. Как меня он бесит, вот этот звук в скайпе. Хрен его знает, что это такое. Ну, никто же файл не пересылает. Он просто-напросто повторяется каждый там час или не знаю, хрен его знает. Так, летим вот сюда. Что, долго еще лететь? Ну, нормально. Летим, летим, летим. В принципе, 200 алмазов дохренища. Я даже не знаю, что мне кому... Ну, в смысле, даже не знаю, на что мне можно вот эти алмазы потратить. На то, чтобы обменивать их на бронзовые коины. Ну, в смысле, на коины, потом покупать мастерболу. Но это очень дорого выйдет. Уже лучше, наверное, стаки пшеницы себе понадобивать. Или как это сказать? Добыть, короче. А пока это все поменять. Или же... Золото. Золото вообще не очень... Ну, добыть там 20-30 штуки уже, считайте, один мастербол. Так, никого дома нету. Нет, вроде никого. Давайте. На. Во. Давайте, что ему подарим? Давайте Moonstone. Давайте алмазики. Давайте вот тут железо вот так. Тут давайте ему подарим ультрабол. Тут свечащийся камень. Такой простенький подарочек, но то, что подарочек. Тут очки. Тут вот это. И тут вот это. Все, простенький такой подарочек. Вот так. Вот, отлично. Че, нету его дома. Давайте, как он называется там, Антоха, да? Смодифи Антоха. Отлично. Антохи от Эдисона. С Новым Годом. Отлично, сматываемся. Оп, валим. Так, где у нас второй дом? А второй дом у нас... Хрен его знает где. Вот тут, ух, ни хрена себе, туда лететь будет. Ну, ближе будет с нашего дома. Так, это что там за покемон? А, Вульпикс.
Ближе будет лететь с нашего дома, так что давайте как раз забежим домой еще, может, какие-нибудь подарки возьмем. Так, тут у нас что? Нет, не тут. Что-то я заблудился в своем доме. Ну, в принципе, да, пускай будет вот так. Так, полетели, полетели, полетели дальше. То бишь мы уже подарили три подарка. Летим, летим, летим. Как раз будем летать и, в принципе, смотрим на карту, конечно же. Кто его знает, кто там может заспаниться, да? Так, ну вот там еще один дом, да? Ну, я пока что не могу туда ни хрена положить, так как там все, короче, заприватчено, да? А, ладно. О. Сквиртл. Ну, чтобы на карте показывал, если там будет Сквиртл. Я его что-то хочу очень. Так. Ну что, долго там еще лететь? Я, в принципе, знаю еще, где дома, где люди живут. Я знаю. Но я не знаю, кто там живет. Ну, в принципе, я думаю, это не так уж и важно. Не будем писать, да, там, например, вот тебе, тому-то игроку с таким типа имям, типа от Эдисона. Просто напишу, вот тебе от Эдисона, так как я даже не знаю, кто там может жить. Я не знаю, буду я вообще всем дарить подарки, так как я не знаю, где все живут, поэтому подарю тем, я знаю, что есть дома. Так, это у нас что, зимняя биома, да? А я вообще туда лечу? Ну да, туда, ни хрена себе. Что, в зимней биоме Артикуна, да, спавнится? Чувствую, я долго мы будем лететь. Горы, горы, горы. Так. Летим, 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 летим. Долго там еще, сколько еще лететь? О, ну почти уже. Ну, почти не почти, но почти, да. Так, вот горы. Перелетаем. Прикиньте, если вот сейчас Артикуна заспавнится. Вообще охренеть будет. У меня даже ни одного мастербола при себе нет. А он уже понашли на мои подарки, как видите, в чате уже пишут. Так, давайте. Сколько там еще? О, все, уже почти. Главное, чтобы не спалили, если там кто-то дома есть. Вот парень умный поселился в Поке-центре, да? И дом строить не нужно. Нет, вроде никого нету. Так, какое у него-то мимо? А, вот он. Ну, давайте подарим его возле априконов. А, заприватчено. Тогда где-то вот тут. Тут заприватчено. Нахрена привати такие огромные территории? Так, что бы ему подарить? Чё бы ему подарить? Хрен его знает, что бы ему подарить. Давайте два ультрабола. Давайте вот это, давайте вот это. Тут у нас алмазиками, так как их у меня до хрена уже, спасибо Владу, что столько подарил. Тут шерсти всякой. Тут давайте вот так. И вот так. Вот так. Отлично. Так, какой у него ник? Я надеюсь, так, да? Так, давайте.
Не знаю, как ему написать, как его вообще не точно читается, так что напишем вот так. Теннисона с Новым дома. Все, отлично. Подарили мы ему подарок. Давайте домой слетаем. Все, отлично. Больше есть... А, знаю, знаю, знаю еще одного дома. Вот тут. Возле моего замка. Нахрен его знает, что ему подарить. Ну, в принципе, пофиг, пойдем. Давайте быстренько, быстренько. Там уже не знаю, сколько серия идет. Я все, я больше не знаю, где чей дом еще. Хотя нет, еще знаю. Вроде один или два. Ну, вот этого знаю, да. Больше вроде никого. Ну, вот тут чей-то еще дом кто-то построил. Возле спауна. Замок, охренеть название. Чей этот дом может быть? Хотя тут ни, внутри даже ни хрена нет, так что я сейчас дарить не буду. В принципе, не знаю, может там кто-то даже уже никто и не живет. Так как, например, и тут, да, есть дом заброшенный. Понастраивают, а хрен живут и только территорию засоряют. Домак, охренеть название. Ладно, давайте идем дальше. К Тимуру, или как он там называется. Возле моего замка. Где-то вот тут на горе он живет. Да, вот. Если его, конечно, дома нет. Нету. Если он вообще тут живет. Я так уже понял, что он не живет, так как у него дома уже почти ничего нету, открытые двери. И тут у него были априконы, он уже их позабирал. Значит, тут уже никто не живет. Так что нет смысла дарить. Хрена дарить, если он там не живет. Видно, что он просто переехал. Трам-там. И полетели, полетели. Хоть хоть нахрена мы полетели. Главное не убиться. Хоум. Сколько покемонов вокруг, да? Я... Да твою, Эдисон, сори, но я не возьму. Ты мне Молтреса подарил. Ты мне Молтреса подарил мне. Норм, удачи тебе с Новым годом. А кто это вообще? Ты мне Молтреса подарил. Молтреса я подарил Владу. И Молтреса я подарил Антохе. Но Антоха сказал спасибо, а Влад сказал, что я не приму этот подарок. Значит, от Влада. Ну, как хочешь. Так, ну, не примешь, так не примешь. Давайте тогда... В принципе, да. Заберем. Я и так, можно сказать, понадарил подарки. Только, можно сказать, вот эти все легендарные покемоны, которые я понаходил и подарил это все другим людям. Это, считайте, уже какой подарок. Легендарный, нет? Согласитесь. Так. Вот тут еще чей-то дом есть. Значит, полетим тут. Я уже представления не имею, сколько идет эта серия. Наверное, эта серия будет нереально долгая. Полчаса даже, если не больше. Хотя не знаю, честно, не знаю. Не знаю, не знаю. Потому что нужно всем передарить подарки. Наверное, все-таки давайте на этом закончим, дорогие друзья. Подарим подарки в следующем эпизоде. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.